Вы смотрите «Объектив новости». Продолжаем выпуск. В Харькове открылся новый центр развлечений. Накануне комплекс оценили первые посетители. Специально к открытию для них устроили настоящий праздник. Артисты веселили гостей песнями и музыкальными постановками. А для ценителей модной одежды организаторы устроили необычное дефиле. Окунуться в атмосферу Парижа, не покидая Харьков. В первой столице на выходных открылся торгово-развлекательный центр с французским колоритом. Мы очень хотели, когда строили торгово-развлекательный центр «Французский бульвар», чтобы в его стенах была романтика, была приятная атмосфера, была возможность совершать покупки, отдыхать, встречаться, назначать, может быть, даже свидания. Мы очень рады, что этот момент наконец-то наступает. В новом центре развлекательные комплексы, кафе и больше сотни магазинов. Торговые ряды расположены на уютных аллеях, стилизованных под французский бульвар. Супер, вообще супер. Сделали очень красиво. Как будто по улице идешь, открытое помещение, тепло вообще, молодцы. Открытие нового центра организаторы превратили в яркое шоу. Все, кто посетил комплекс в первый день его работы, здесь развлекали конкурсами и песнями. Для гостей центра выступили участники шоу «Майданс» и харьковская группа Velvet Band. Концерт очень хороший, живой звук, это очень радует. Вот, хорошее настроение. Очень хорошо, что у нас рядышком уже такое открылось, такой хороший торговый центр, можно в любой момент сюда прийти. Много нужных вещей здесь можно приобрести. Открытие в торгово-развлекательном центре праздновали целый день. Уже вечером праздник переместился на улицу. Напротив ярко освещенной копии Эйфелевой башни для посетителей нового центра выступила певица Гайтана. Валерия Шапаренко и Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».